Нелегко футболистам Казахстана пробиться в штрафную площадку соперника. Кадыркулов. Вот хороший пас на Литвиненко. Удар. Отличный удар. Гол! Великолепный гол забивает Олег Литвиненко. Вперед и менять игру, и сейчас уже они очень опасно атакуют. Вот сейчас Бяков выбивает мяч уже подальше от своей штрафной площадки, мяч вновь в штрафную возвращается казахстанской команды. Бяков сейчас вновь там пытается противодействовать сопернику, который, смотрите, как удается ему подать мяч очень опасно в штрафную площадку, и великолепный гол забивают футболисты Ирака. И сразу же поздравления, вся команда высыпает. Вот сейчас еще раз мы давайте посмотрим второй.